Отлично. Мы начнем нашу тренировку с упражнения «Боковые приседания». Возьмите гантель в руки. Начнем приседать с правой стороны. Сначала я покажу вам медленно, как делать это упражнение. Приседаем и наклоняемся к правому колену, встаем и распрямляемся. Давайте попробуем быстро. Вы готовы? Еще 4 раза. А теперь то же самое, только в другую сторону. 2. Последний раз. В другую сторону. Четыре. Три. Два. Последний раз. И снова в другую сторону. Четыре. Три. Два. Один. Еще два в другую сторону. Три. Два. Один. Еще раз. Меняем ноги. Еще раз. Хорошо, переходим к упражнению приседания. Расставьте ноги шире плеч, возьмите гантель в руки прямо перед грудью. А теперь начинаем приседать вниз и возвращаемся в исходную позицию. Давайте сделаем 8 повторений. Почувствуйте напряжение в мышцах ягодиц и пресса. Еще 4 раза. 2. И последний раз. Задержите позицию, возьмите груз в правую руку и выпрямитесь. Теперь сделаем упражнение приседания с подъемом рук. Убедитесь в том, что мышцы живота и ягодиц напрягаются во время выполнения этого упражнения. Еще 2 раза. А теперь поменяем руки. Почувствуйте, как напрягаются мышцы вашего пресса и ягодиц. 4. 3. 2. И последний раз. Отличная работа. Упражнение «Пульсирующие приседания». Руки опустим вниз, выпрямим грудь и начнем пульсирующие приседания. 4. 3. 2. Задержитесь внизу. А теперь выпрыгните вверх. Напрягите мышцы пресса и ягодиц. Упражнение приседаний с прыжком. Четыре. Три. Два. Последний раз. Отличная работа. Упражнение приседания бок. Опускаем руки вниз к правому колену, а затем вновь поднимаем вверх. Давайте попробуем еще несколько раз. Теперь повторяем упражнение еще 4 раза. 4. 3. 2. 1. Упражнение «Выпады назад». Будем выполнять выпады на той же ноге, на которой выполняли приседание в бок. Отведите ногу назад, расположите вес под коленом. А затем вновь верните его к центру груди. Выполним это упражнение 8 раз. Напрягайте мышцы ягодиц, когда возвращаетесь в исходную позицию. 4. 3. 2. Последний раз. Отличная работа. Упражнение приседания в бок. Добавим новый элемент к упражнению. Еще 4 раза. Не забывайте про дыхание. Еще раз. Отличная работа. Упражнение «Выпады назад». Теперь на другой ноге. Отводим правую ногу назад. Еще 4 раза. 3. 2. И последний раз.
Упражнение «Мини-шаги». Возьмите гантель в обе руки и расположите ее около груди. Теперь начнем прыгать на правой ноге из стороны в сторону. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А теперь напрягите ягодицы, чтобы удержать баланс. Упражнение «Подъем бедра». Сгибаемся вниз, касаясь грузом земли. Напрягите ваши ягодицы, это поможет вам поддерживать баланс. Давайте попробуем выполнить упражнение еще несколько раз. Вниз, два, три, четыре и снова. Два, три, четыре, еще раз вниз. Три, два, один и вверх. Отличная работа. Упражнение «Мини-прыжки». Начали. На счет 8. Ваши колени должны быть немного согнуты. 4, 2, 1. Держим баланс. Упражнение «Подъем бедра». Держите баланс, напрягите пресс и ягодицы. Дышите глубоко и ровно. 3, 2, 1 и обратно. Отличная работа. Еще раз. А теперь вверх. Упражнение «Приседание в бок». Держим гантель обеими руками. Начнем упражнение с правой стороны. Начинаем. И еще 4 раза. Продолжим упражнение, только сменим сторону. 2. Последний раз. В другую сторону. Не забывайте о дыхании во время упражнения. Еще 2 раза. Теперь 4 повторения в другую сторону. 4. 3. 2. Последний раз. А теперь в другую сторону. Последний раз. 2 раза в другую сторону. Хорошо, приступаем к упражнению «Приседания». Держите гантели в обеих руках, приседайте вниз. Начните из вертикальной позиции. Приседайте вниз, напрягая ягодицы и ноги. Сделаем 8 повторений. Помните про дыхание на протяжении всего упражнения. Напрягайте ноги и ягодицы. Последний раз. Задержитесь внизу на секунду. Возьмите груз в правую руку и поднимите его вверх. Выполним 8 повторений этого упражнения. Отличная работа. Еще 4 раза. Последний раз задержитесь в позе и поменяйте руки. Теперь в другую сторону еще 8 раз. Не забывайте про дыхание. Еще 4 раза. 3. 2. 1. Упражнение «Пульсирующие приседания». Снова выполняем эти упражнения. Вы готовы? 4, 3, 2, 1. А теперь упражнение «Приседания с прыжком». Теперь нужно только прыгать вверх и не забывать напрягать мышцы пресса и ягодиц. Начали. 8 повторений. Еще 4. 3. 2. 1. Отличная работа. И снова упражнение «Приседание в бок». Наклон колен, поднимаем локоть вверх, а затем снова занимаем центральную позицию. Начали. Теперь делаем упражнение, приподнимая ногу. Еще 4 раза. 3, 2, 1.
Упражнение «Выпады назад». Отведите левую ногу назад, расположите груз под коленом, а затем снова верните его к груди. Начали. Продолжаем. Еще 4 раза. 4. 3. 2. Последний раз. Теперь меняем ногу и начинаем упражнение «Приседания в бок». Начали. Напрягаем мышцы. Теперь добавим нагрузки к упражнению. Еще 4 раза. 3. 2. Последний раз. Теперь выпады назад на другой ноге. Упражнение «Выпады назад». Отводим назад правую ногу. Выполняем 8 повторений. Расположите вес под коленом, а затем груди. Продолжаем. 4. 3. 2. Последний раз. Снова расположите груз около груди. Упражнение «Мини-прыжки в сторону». Встаньте на правую ногу, начинаем выполнять прыжки из стороны в сторону. 8 повторений. 2. 1. Остановитесь в этой позиции. Постарайтесь держать баланс. Упражнение «Наклон бедра». Сгибаем тело вниз. Вниз на счет 2, 3, 4 и вверх. 2, 3, 4. И еще раз. 4, 3, 2, 1. И последний раз. Отлично. Упражнение «Мини-прыжки в сторону». На другой ноге начали 8 раз. 4, 3, 2, 1. Упражнение «Наклоны бедра». Держите баланс, напрягите ягодицы. Теперь выполняем упражнение на левой ноге. Опускаемся вниз. 2, 3, 4, вверх. 2, 3, 4. Напрягайте ваши мышцы. И еще раз вниз и снова вверх. Отлично, просто великолепно. Теперь приступаем к упражнению «Прыжки». Согните тело в пояснице так, чтобы ваши локти касались бедер. Вы должны выпрыгнуть вверх и снова принять исходную позицию. Нас ждет 16 повторений. Начали. 4. Не забывайте дышать. Еще 8 повторений. 4. 3, 2, 1. Отличная работа. Теперь опустим гантели на пол. Баланс таза. Приступаем к балансу таза. Сначала я медленно покажу вам упражнение, а затем мы начнем выполнять его вместе. Встаньте на правую ногу, разведите руки в стороны. Напрягите ваши ягодицы для того, чтобы сохранять баланс. Наклонитесь вперед с прямой спиной, коснитесь левой рукой правого колена, а затем снова вернитесь в исходную позицию. Теперь выполним по 4 повторения на каждой ноге. Начнем с правой ноги. Опускайтесь вниз медленно, напрягайте ягодицы. Дотроньтесь левой рукой до правого колена. Теперь попробуем на левой ноге. Опускайтесь вниз с прямой спиной. Еще раз на правой ноге. Напрягайте ягодицы. Держите баланс. Опускайте руку вниз. Поднимайтесь вверх. Вот так, хорошо. Еще раз. Напрягайте ягодицы. Держите баланс. Опускайте руку на колено. Возвращайтесь в исходную позицию. Еще раз на левой ноге. Продолжайте. Напрягайте ягодицы. Опускайте руку на колено. Возвращайтесь в исходную позицию. Отлично, возьмите в руки гантели. Приступаем к упражнению «Приседания с выпадом». Возьмите гантели в правую руку, согните руку в локте и опустите его к колену, одновременно присев вниз. А затем снова распрямитесь и встаньте, приняв вертикальную позицию. Напрягайте ягодицы и пресс. Вы готовы? Отлично, тогда начнем. Еще 4 раза. 3.
Три. Два. Один. Поднимите руки. Начинаем. Еще раз. Три. Два. Один. Упражнение приседания с жимом. Опускаем руку с гантелей между ног, затем поднимаем ее над головой, одновременно сгибы и разгибы ноги. Не забывайте напрягать ноги и пресс. Четыре. Три. Два. Последний раз. Меняем руки, повторим упражнение еще 8 раз. Продолжаем. Четыре раза. Три. Два. Один. А теперь займем позицию лежа на полу и займемся растяжкой. Ложимся. Упражнение «Поза лотоса». Лягте на спину, расположите колени перед собой. Руки вдоль туловища. Положите левую ногу поверх правого колена, руки около туловища. Поднимаем и опускаем колени к груди на счет два. Вверх, вверх, вниз. Вверх, вверх, вниз. Вверх, вверх, вниз. Вниз. Вверх, вверх, вниз, вниз. Еще четыре раза. Вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. Теперь меняем ноги. То же самое упражнение, только со сменой ног. Восемь повторений. Начали. Вверх, раз, два, вниз, три, четыре. Вверх, вверх, вниз, вниз. Обратите внимание на дыхание во время упражнений. Небольшая передышка и еще четыре повторения. Вверх, раз, два, вниз, три, четыре. Еще два повторения. Вниз, три, четыре. Теперь прижмите колени к груди. Во время упражнения постоянно дышите. Глубоко и размеренно. Отлично. Теперь перевернитесь на бок. Положите руку около вашего тела. Возьмите левую ступню в левую руку. Для еще большей нагрузки попробуйте коснуться правой ступней левого колена. Четыре, три, два, один. Теперь выполним упражнение на другой стороне. Возьмите ступню в руку. А другой ступней дотроньтесь до колена. Четыре, три, два, один. Теперь сядьте ровно и попытайтесь достать руками до мысков. Вот так. У вас все получится. Почувствуйте растяжение в ваших ногах. Еще несколько секунд. Затем разведите руки и глубоко вдохните. Четыре, три, два, один. Теперь сядьте и положите под себя правую ногу. Левую поставьте за колено. Ваша спина и плечи должны быть прямыми. Несколько глубоких вдохов и выдохов.
4, 3, 2, 1. Теперь то же самое упражнение, сменив ноги. Обхватите колени, почувствуйте растяжение в ваших плечах. Четыре, три, два, один. Вот и все. Ноги Энви. Быстрая тренировка. А теперь приступим к пятиминутной тренировке ноги Энви. Начнем нашу тренировку и возьмем груз в правую руку. Упражнение называется «Приседание с выпадом». Согните туловище в талии и коснитесь локтем колена. Выпрямитесь вверх так, чтобы ваша спина была прямая. Напрягите мышцы пресса и ягодиц. Продолжайте в том же духе. Вверх и вниз, вниз и вверх. Следите за дыханием во время каждого упражнения. Еще 4 раза. 3. 2. Задержитесь в этой позиции и смените руки. Последние 2 раза. Последний раз. Теперь приступаем к упражнению «Выпады назад». Начнем с левой ноги. Согните ее в колени, прогнитесь назад. Затем примите исходное положение. Расположите вес под коленом. Напрягите мышцы пресса и ягодиц. Продолжаем. Не забывайте про дыхание. Еще 4 раза. Последние 2 раза. Последний раз. Теперь упражнение приседания с выпадом. Теперь мы немного усложним упражнение. Во время того, как вы распрямляетесь, отрываете от земли ногу и выпрямляете ее так, чтобы рука и нога были продолжением одной линии. Напрягайте пресс и ягодицы. Продолжаем. Еще 4 раза. Теперь меняем ноги и выполним то же самое на другой ноге. Задержитесь в этой позиции, смените руки. Напрягайте мышцы. Три, два, один. Упражнение «Выпад назад». На этот раз мы выполним упражнение на правой ноге. Напрягайте пресс и ягодицы. Не забывайте дышать. Три, два, один. Отличная работа. Теперь упражнение «Приседание». Расположите ноги шире плеч, возьмите гантели в руки и держите ее около груди. Сгибайте туловище в коленях и приседайте. Ваши колени во время приседаний должны быть впереди ступней. Выпрямляйтесь и занимайте исходную позицию. Напрягайте пресс и ягодицы. Отлично. 4 раза. 3. 2. 1. Задержитесь в этой позиции. Упражнение «Приседание с прыжком». Расположите гантели между ног, а теперь прыгайте вверх. Сводите ноги вместе. Напрягайте пресс и ягодицы. Не забывайте дышать и напрягать мышцы. Последние 2 раза. И еще раз. Отличная работа. Теперь упражнение перемещения веса. Очень простое упражнение. Опускайте гантели вдоль ноги, сгибая ее, в то время как вторая нога остается прямой. После каждого повторения меняйте ноги. Чем больше вы поворачиваете туловище в сторону, тем больше напрягаются ваши мускулы. Не забывайте дышать. Три, два,
Отличная работа. Теперь упражнение «Приседание с выпадом». Последний раз встаньте прямо, возьмите гантель в правую руку, сгибайте руку в локте, касаясь колена, а затем поднимайте руку вверх. Вверх и вниз, вверх и вниз. Напрягайте мышцы. Еще 4 раза. Теперь меняем руки и повторяем упражнение. Задержите вес над головой, смените руки и продолжайте упражнение. Напрягайте мышцы. Еще 4 раза. 3, 2, последний раз. Тренировка Ренви – основная тренировка. Привет и добро пожаловать на тренировку пресса Энви. А начнем мы с приседаний. Приседания. Колени согнуты, вес тела расположен посередине туловища. Колени согнуты, пресс напряжен. Вдох во время разгибания и выдох во время приседания. Каждый последующий раз садитесь все ниже и ниже, вверх и вниз. Еще 4 раза. Последний раз. Теперь приступим к поворотам. Повороты. Колени согнуты, возьмите гантель в левую руку. Пока я делаю упражнение медленно, для того, чтобы вы видели все движения отчетливо. Теперь увеличим скорость. А теперь возьмем груз в левую руку и начнем приседание. Еще 4 раза. Еще 4 раза. Теперь возьмем груз в другую руку и продолжим повороты. Повороты. Набираем скорость. А теперь приступим к двойным поворотам. Поворот и еще раз поворот. Набираем скорость. Почувствуйте, как напрягаются мышцы пресса. 3, 2, 1. Ноги вместе. Подъемы рук. Руки поднимаем в воздух и опускаем к колену. Поднимаем вверх и опускаем колено. Последний раз. Возвращаемся к двойным поворотам. Двойные повороты. Набираем скорость. Еще 4 раза. И еще раз другой рукой. Подъемы рук. Правое колено вверх. Руки вверх. Напрягайте пресс во время того, как опускаете руки к колену. Поднимайте руку вверх так высоко, как можете. Еще 4 раза. Последний раз. Приступаем к упражнению «Подъемы с ударом». Подъемы с ударом. Вес над головой.
Поднимаем ноги, сгибая их в коленях. Напрягайте центр живота. Еще два раза. Переместите вес тела и начинайте повороты. Повороты. Колени немного согнуты. Руки впереди тела. А теперь разведите их в стороны, одновременно повернув тело в сторону. Продолжайте. Последний раз. Теперь мы усложним задачу, взяв гантель. Наклоны вперед. Одну руку поднимите высоко вверх, а второй достаньте груз с пола. Наклоняйтесь вверх и вниз. Еще несколько раз. Вниз и вверх. Вниз. Держите живот напряженным. Последний раз. Приступаем к упражнению «Ракета». Ракета. Поднимайте ноги вперед с ударом, напрягайте пресс. Еще 4 раза. Теперь наклоны вперед со сменой руки. Наклоны вперед. Держите живот в напряжении во время того, как опускаете руку вниз и поднимаете туловище вверх. Ваши ноги должны быть прямыми. Поднимайте руку как можно выше. И, наконец, последний раз. Ракета. На этот раз ваши руки должны остаться над головой. Последний раз. Приседания. Возьмите гантель в левую руку. Согните ноги вверх и вниз. Обратите внимание на пресс. Последний раз. Переходим к двойным поворотам. Двойной поворот. Центр тяжести вашего тела находится в одной точке. Почувствуйте, как работают мышцы пресса. 3, 2, 1. Двойные повороты.
Два. И последний раз. Двойные повороты. Теперь перейдем к подъемам рук. Подъемы рук. Наклоны вперед. Теперь контролируя расположение центра тяжести тела, согнем ноги в коленях, положим руку за спину. Смотрим вверх, сгибаем ногу в колени. Помните о центре тяжести. Наклоняйтесь медленно вниз, чувствуя напряжение мышц живота. Вниз и вверх. Плавно вниз. И снова вверх. Во время наклона вперед смотрите на гантель. Во время наклона вперед смотрите на гантель. Последний раз. Из стороны в сторону. Теперь упражнение из стороны в сторону. Оно выполняется примерно так же, как и повороты. Один. Из стороны в сторону. Гантели в другой руке. Рука за спиной, согните ноги в коленях. Наклон вперед и снова вверх. Держите вес тела в середине спины каждый раз, когда наклоняетесь вниз. Поднимайте груз прямо над головой. Последний раз. Теперь снова из стороны в сторону. Из стороны в сторону. Последний раз. Теперь мы сядем на землю и приступим к упражнению «Турецкие приседания». Спина прямая. Гантель вытянутой руке перпендикулярно земле. А теперь поднимаемся вверх вместе с грузом, оставляя руку в положении перпендикулярно земле. И снова вниз. Попробуйте еще несколько раз. Вверх и вниз. Снова вверх и вниз. Возьмите гантель в другую руку и снова наклоняйтесь вниз и вверх.
Еще 4 раза. Еще раз. Теперь займите позицию, приняв упор на локти и колени, и приготовьтесь к шагам по лестнице. Шаги по лестнице. Руки на уровне груди, ноги прямые, живот напряжен. Теперь считаем до 4. 1, 2, 3, 4. Теперь в обратную сторону. 1, 2, 3, 4. Еще раз. 1. И обратно. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Распрямитесь и займите позу младенца. Теперь перевернемся и начнем упражнение «Обратный сгиб». Для этого закиньте ногу на ногу, положите руки вдоль туловища и поднимайте ноги вверх. Еще несколько раз. Почувствуйте напряжение в мышцах живота. Во время упражнения попробуйте использовать только мышцы живота. Еще 4 раза. Последний раз. Теперь приготовьтесь к подъему туловища на боку. Тело прямое, рука на бедре. Рука согнута в локте и подпирает туловище. Еще 4 раза. Теперь снова ложитесь на спину. Поменяйте ноги. Обратный сгиб. Напрягайте пресс все время, пока поднимаете ноги. Дышите глубоко. Последний раз. Возвращаемся в положение лежа на боку. Подъем туловища на боку. Последний раз. Рука согнута в локте и расположена под туловищем. Напрягаем пресс. Последний раз. Переворачиваемся на спину для упражнения. Подъем вверх с остановкой. Поднимитесь вверх и сядьте. Замрите. Рука вверх. Медленно опускайтесь назад, напрягайте ваши мышцы пресса. Снова вверх. Остановитесь на секунду. Поднимите другую руку вверх. Опускайтесь медленно вниз. И еще раз. Сядьте. Выпрямите обе руки вверх. Медленно опуститесь вниз, напрягая мышцы пресса. А теперь давайте закончим упражнение 9 раз, выполнив наклон вперед. 2. Еще 4 раза. Теперь мы задержимся в этой позе и досчитаем до 4. 1, 2, 3, 4. Поднимите ваши бедра и напрягите пресс. Поднимите колени к животу и начинайте глубоко дышать. Now
перевернемся на живот и выполним упражнение «Растяжка кобры». Поднимите ваш пупок над землей, почувствуйте напряжение по всему телу. Вдыхайте во время того, как поднимаете тело, и выдыхайте во время того, как опускаете его. Последний раз займите позу младенца. Тренировка пресс Энви подошла к концу. Пресс Энви – быстрая тренировка. Теперь я расскажу вам о тренировке Энви всего на 5 минут. Сначала мы выполним упражнение «Поворот». Повороты. Колени согнуты. Я покажу упражнение медленно несколько раз. А теперь быстро. Руки прямые. Меняем стороны. И ускоряемся. Живот напряжен. Еще 4 раза. Приступим к наклонам. Наклоны. Правая рука за спиной. Смотрим вверх все время, пока опускаем тело вниз. Смотрим вверх и контролируем положение гантели над головой. Снова вверх и вниз. И еще несколько раз. Последний раз. Теперь возьмите груз в другую руку и повторите упражнение. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Во время наклона нога должна быть согнутой. Еще раз. Последний раз. А теперь приступим к двойным поворотам. Двойные повороты. Поворот, еще поворот. Увеличиваем скорость. Теперь опускаемся на пол для упражнения «Шаги по лестнице». Руки впереди вас. Теперь считаем до 4. Раз, два, три, 4. Последний раз. И обратно. Теперь ложимся на спину и делаем упражнение «Турецкие приседания». Начнем с того, что поднимем руку вверх, перпендикулярно земле. Раз. Четыре. Пять.
Последний раз. Меняем руки. Раз. Напрягаем пресс во время подъема. Еще три раза. А теперь руки вдоль туловища. Ложимся на спину и выполняем наклоны назад. Еще шесть раз. Тренировка Энви на 5 минут подошла. Привет, добро пожаловать на тренировку рук Энви. Начнем с упражнения разминка армслеров. Руки по бокам. Вращаем кисти с грузом медленно и осторожно. Ноги чуть согнуты в коленях. Еще 9 раз. Еще 5 раз. 5. Еще 2 раза. Упражнение «Полный сгиб». Затем выполним упражнение обеими руками. Еще раз одной, а затем двумя. Еще 8 раз. Поднимаем вверх. Еще несколько раз. Еще раз. 3, 2, 1. Упражнение «Жим вверх». Теперь поднимаем руки вверх. Убедитесь, что ваши колени немного согнуты. Еще 5 раз. Еще 3 раза. Последний раз. Держите вес над головой. Опустите его медленно впереди себя. Упражнение «Жим с поворотом». Поднимаем вверх. В верхней точке поверните гантели и опустите их вниз. Подъем, поворот, а затем опускаем руки вниз. Вверх и вниз. Убедитесь в том, что ваши колени немного согнуты, а пресс напряжен. Не поднимайте гантели высоко. Движения должны быть не только постоянными, но и приятными. Продолжаем. Отлично. Последний раз. Упражнение «Разминка армслеров». Руки по бокам, медленно согните кисти с гантелями. Еще 5 повторений. 2. Последний раз. Упражнение «Полный сгиб». Другой стороной. А теперь обеими. Еще 5 раз. Еще 2 раза. Теперь упражнение «Жим вверх». Меняем руки. Отлично. Теперь 8 раз обеими руками. Еще 2 раза. Последний раз. Поднимаем гантели вверх, а теперь медленно опускаем вниз. Упражнение «Жим с поворотом». Теперь снова поднимаем их вверх, но уже с поворотом верхней точки. Опускаем вниз. И снова опускаем вниз. Еще 6 раз. Не поднимайте гантели высоко. Еще 3 раза. Последние 2 раза.
Теперь опустим руки. Упражнение. Сгиб на трицепс. Согните колени, бедра назад, локти прижмите к груди. Итак, начнем упражнение. Разгибаем руки назад в локти, не отрывая его от туловища. Повторяйте за мной. Три. Два. Последний раз. Упражнение «Армейский жим». Раскройте грудную клетку. Сделайте движение постоянно. Одна рука поднимается вверх, другая опускается вниз. Не забывайте дышать. Продолжаем. Дышим. Теперь опустим руки вниз. Упражнение «Сгиб на трицепс». Согните колени, бедра назад, локти прижмите к груди. 8 повторений. Затем поворачиваем руки. Посмотрите и повторяйте за мной. Начали. Готовы? Поворот. Обожаю поворот. Еще два раза. Последний раз. А теперь руки вперед. Упражнение «Военный жим». Одну руку поднимаем вверх, другую опускаем вниз. Раскройте грудную клетку. Движение должно быть постоянным. Последние два раза. Отлично. Упражнение «Сгибы молота». Теперь мы держим гантели впереди себя. Это довольно непросто. Но мы можем сделать это. 3, 2, 1. Теперь займите удобную позицию. Мы будем бросать гантели впереди себя и ловить ее. Еще раз. И еще раз. Не бросайте ее высоко. Следите за гантелью, сохраняйте контроль. 3, 2, 1. И снова ноги вместе. Теперь сделаем несколько сгибов ладонями вверх. Теперь мы просто поднимаем руки с гантелями вверх. А теперь приготовьтесь бросать гантелю другой рукой. Готовы? Сгибы молота. Ноги снова шире плеч. Начали. Еще 8 раз. Старайтесь не бросать гантели выше уровня глаз. 3. Последний раз. Сгибы молотом. Делайте шаги из стороны в сторону. Отлично. Теперь снова ноги шире плеч. Вытяните гантелью перед собой и начинайте броски. Упражнение «Ловим гантель». Следите за гантелью, постарайтесь все время контролировать ее. Правда, это весело? Еще 4 раза. Будьте уверены, что ваши колени немного согнуты, а пресс напряжен. Упражнение «Сгибы». После этого приготовьтесь опять ловить гантелю. Готовы? Начали! Упражнение «Ловим гантелю». Еще 6 раз. Еще 3 раза.
Последний раз. Приступаем к армейскому жиму. Поднимайте руки вверх. Не забывайте, ваши ноги должны быть немного согнуты. После этого мы займемся упражнением под названием «Кнопка». Оно очень похоже на разминку армрестлера. Упражнение «Кнопка». Гантели в руках по бокам. Начинаем упражнение. Но затем мы немного изменим его. Продолжаем дышать. Теперь опустим гантели вниз. Немного растянем руки. Растягивайте вот так. Растягивайте пальцы. Не забывайте дышать. Выдыхайте на движение вниз. Еще два движения. Продолжаем. Последнее. Упражнение отжимания. Начнем отжимание с правой руки. Вниз, вниз, вверх, вверх. Еще два раза. А затем поменяем руку. Отлично, теперь другой рукой. Вниз и вверх. Еще два раза. Теперь растягиваем руки. Займите позу младенца. Подберите колени к груди. Дышите глубоко и размеренно. Упражнение отжимания голубя. Руки смотрят в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Еще два раза. Пресс напряжен. Теперь с другой стороны. Еще раз. Последний раз. Займите позицию младенца и сделайте несколько глубоких вдохов. Вернитесь в исходную позицию. Приступаем к обычным отжиманиям. Упражнение отжимания. Два. Вверх, вниз. Вниз, вверх. Вверх. Отлично, теперь приступаем к следующей руке. Еще раз. Теперь немного отдохнем и растянемся, приняв позицию младенца. Упражнение отжимания. Ноги согнуты, опускаем руки поочередно. Вниз, вниз, вверх, вверх. Приготовьтесь к перемене рук. Еще раз. Возвратитесь в исходную позицию и приготовьтесь к растяжке. Не забывайте про дыхание глубокое и размеренное. Развернитесь, возьмите гантели. Упражнение «Растяжка трицепса». Поработаем над трицепсом. Ложитесь на спину, руки вверх. Локти в постоянном положении. Начинайте работать гантелями. Вверх и вниз. Вверх. Ваши локти должны оставаться на месте. Постарайтесь не двигать их. Продолжайте дышать. Шесть. Пять. Четыре. Три. Последний раз.
Руки все еще в воздухе, теперь вам нужно развернуть их. Упражнение «Жим на трицепс». Поверните кисти, опускайте руки поочередно к груди. Локти должны оставаться на месте. Дышите равномерно и глубоко. Мышцы пресса должны быть напряжены. Сохраняйте позицию ваших локтей. Последний раз. Упражнение «Растяжка трицепса». Назад и вверх. Сохраняйте позицию локтей. Постарайтесь не двигать ими. Три. Последний раз. И снова поднимите их вверх. Поверните кисти. Упражнение «Жим на трицепс». Последний раз. Теперь приступим к растяжке. Вам уже не нужны гантели. Выполним растяжку в индийском стиле. Заведите обе руки за голову, так мы растянем трицепс. Нажмите на локоть. Дышите глубоко. Дышите. Выдох. Теперь другую руку. Держите спину так ровно, как можете. Теперь положите руку на грудь, а вторую руку положите на локоть. Так мы растянем плечи. Дышите глубоко и размеренно. Выдох. Теперь другой рукой. Теперь мы растянем плечи и грудь. Заведите руки за спину. Дышите. Вдох и выдох. На этом мы закончим тренировку руки Энви. Руки Энви – быстрая тренировка. Если у вас совсем немного времени, я покажу вам тренировку «Руки Энви» за 5 минут. Продолжаем. Еще раз. Возвращаемся в исходную позицию. Упражнение «Растяжка трицепса». Медленно опускаем руки за спину. Колени немного согнуты. Еще 4 раза. Последний раз. Медленно поднимите руки вверх, опустите руки ладонями вниз, поднимите медленно вниз, а затем переверните. Упражнение «Жим на плечи с поворотом». Снова вниз, вверх, поворот вниз. Движение продолжается постоянно. Последний раз. Поднимите гантели вверх. Упражнение «Растяжка трицепса». Снова опускаем руки за голову.
Отлично, теперь занимаем следующую позицию. Упражнение «Сгиб на трицепс». Бедра чуть позади, грудь вперед, плечи вверх. Отводим руки назад. Через 2 секунды повернем кисти. В верхнем положении 2, 1. Поворачиваем. Вы должны были почувствовать это своими плечами. Продолжаем. Четыре. Последний раз. Отлично. Теперь снова займемся трицепсом. Упражнение «Растяжка трицепса». Начали. Последний раз. Теперь медленно опустите руки. Сделаем несколько отжиманий. Ложитесь на мат. Руки под плечами, начали. Упражнение отжимания. Еще 2 раза. Последний раз. Примите позицию младенца и расслабьтесь. Упражнение отжимания. Для начала опустите 1 руку на мат, затем другую. Расслабьтесь. И сделайте несколько глубоких вдохов. Примите позу младенца. Теперь ложитесь на спину. Упражнение «Растяжка трицепса». Возьмите гантели. Ложитесь на спину, согните колени. Руки поднимите вверх. Согните руки в локтях и опустите вниз. Вниз и вверх. Последний раз. Тренировка руки Энви подошла. Энви – основная тренировка. Добро пожаловать на тренировку тела Энви. Упражнение «Приседания». Возьмите гантели в руки около груди. Согните туловище в талии так, чтобы ваши локти касались бедер. А затем снова распрямитесь. Сосредоточьтесь на бедрах и прессе. Нам предстоит повторить это упражнение 16 раз. Вы готовы? Да. Отлично, начали. Вверх и вниз. Напрягаем мышцы ягодицы талии. Не забывайте о дыхании. Оно должно быть более глубоким и размеренным. 8 раз. Ваши мышцы работают. 4, 3, 2, 1. Отличная работа. Теперь опускаемся на землю. Ложитесь на спину. Возьмите гантели в правую руку. Упражнение приседания по-турецки. Держите груз вертикально перед собой, поднимайте его вверх. Груз должен быть направлен строго вверх. Во время того, как вы поднимаетесь, груз все время должен находиться над вами. Давайте попробуем сделать это 8 повторений. Вверх и вниз. Выдох во время движения вверх. Напрягайте мышцы живота, дышите глубоко. Выдох. Вдох. Еще 4 раза. 4. Вниз. 3. Вниз. Еще 2 раза. Еще 2 раза задержитесь в верхнем положении. Теперь меняем руки и делаем еще 8 повторений.
Выдох во время движения вверх. Напрягите пресс и дышите. Вверх и вниз. Дышите. Вверх. Вниз. Еще 4 раза. 4. 3. 2. Последний раз. Отличная работа. Теперь положите гантелю. Упражнение отжимания. Вы уже делали это упражнение. Я буду выполнять его, стоя на коленях, но если вы хотите усложнить задачу, посмотрите, как будет выполнять это упражнение Наташа. Руки на уровне плеч, ягодицы и спина находятся на одном уровне, мышцы пресса напряжены. Нам предстоит сделать 8 повторений. Начали. Вниз и вверх. Вниз. И вверх. Помните о ваших ягодицах и животе. Еще 4 раза. Напрягите пресс. Еще раз. Не забывайте дышать. Последний раз. Отличная работа. Теперь возьмите гантели и приготовимся к следующему упражнению. Упражнение приседания. Начали. Вниз и вверх. Ваши мышцы напряжены. Продолжаем. Еще 8 раз. Четыре. Три. Два. И последний раз. Отличная работа. Держите вес в правой руке. Упражнение приседания по-турецки. Возьмите гантели в правую руку и приготовьтесь сделать упражнение 8 раз. Начали. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Напрягите мышцы пресса. Выдох во время подъема туловища. Дышите равномерно и глубоко. Продолжаем. Последние 2 раза. Не забудьте задержать движение во время последнего раза. Поменяйте руки и сделайте еще 8 повторений. Вверх и вниз. Напрягайте мышцы пресса. Отличная работа. Вверх и вниз. Еще 4 раза. 3. 2. Последний раз. Теперь перевернитесь и положите гантелю. Упражнение отжимания. Вы готовы? Начали. Вниз и вверх. Напрягите пресс. Ваши ягодицы должны работать вместе со всем телом. Еще 4 раза. Вверх. 3. Вверх. 2. Последний раз. И снова вниз. Отличная работа. Возьмите гантели в руку. Встаньте. Упражнение приседания с поворотом. Возьмите гантели в обе руки, садитесь на одно колено. Затем разворачивайте корпус и напрягайте мышцы пресса. Начали. Вниз и в сторону. Вниз и в сторону. Напрягайте мышцы пресса. Не забывайте дышать. Я все делаю правильно, Наташа. У тебя отлично получается. Еще 4 раза, а затем мы сменим стороны. 2. 1. Последнее движение задержите в центре. А теперь в другую сторону. Вниз и в сторону. Напрягайте пресс. Вниз и в сторону. Не забывайте дышать. Еще 4 раза. 4. 3. 2. И последний раз. Отлично, теперь положим гантели и опустимся вниз на землю. Упражнение отжимания.
Если вы хотите усложнить упражнение, можно делать его не на коленях, а на мысках. Убедитесь в том, что ваши руки находятся прямо под грудью. Начните с правой руки, затем левая. Вверх на правую, вверх на левую. Давайте сделаем еще 3 повторения. Готовы? Вниз, вниз, вверх, 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 вниз. Еще раз. Отлично, теперь сменим руки. Опускаемся вниз на левой руке. Готовы? Вниз на левой и вверх. Последние 2 раза. Вверх. Последний раз. Вниз и вверх. Отличная работа. Оставайтесь в этой позиции, вас ждет следующее упражнение. Упражнение «Доска». Положите руки напротив груди, а теперь поднимите руку и положите ее над другой рукой. Меняйте руки поочередно, сначала левая, затем правая. А затем возвращайтесь назад. 2, 3, 4. Помните, что ваши ягодицы и пресс должны быть напряжены. Еще 2 упражнения, начали. Вверх. 2, 3, 4. Назад. 2, 3, 4. Еще раз. Вверх. 2, 3, 4. И назад. 2, 3, 4. Отличная работа. Теперь вставайте, возьмите гантелю и приступайте к следующему упражнению. Упражнение приседания с поворотом. Начнем с правой стороны. Вниз и в сторону. Вниз и в сторону. Не забывайте напрягать мышцы пресса. Еще 8 раз. Дышите равномерно и глубоко. Не забывайте об этом. Последние 4 раза. Затем мы сменим позицию и будем выполнять упражнение в другую сторону. Задержитесь в этом положении на несколько секунд. А теперь в другую сторону. Вниз. Вниз. Отличная работа. Последние 4 раза. 4. 3. 2. И последний раз. Отличная работа. Положите гантели вниз. Упражнение «Отжимание наоборот». На этот раз мы будем делать все то же самое, как и при отжиманиях, только наоборот. Займите позицию «Упор лежа». Убедитесь, что ваши руки находятся прямо под плечами. А теперь начинаем делать упражнение в обратной последовательности. Правая рука вверх и вниз. Вверх и вниз. Теперь 3 повторения. Отлично, начали. Вниз на правой руке и вверх. Вниз. Ваши мышцы пресса напряжены. Последний раз. Теперь меняем позицию. Теперь с левой руки вниз и вверх. Еще 2 раза. Вниз и вверх. Последний раз. Вниз и вверх. Упражнение «Доска». Еще раз выполним упражнение «Доска». Напрягите ягодицы и пресс. Начали. 2, 3, 4 и назад. 2, 3, 4 и назад. 2, 3, 4. Отлично. Теперь займем позицию стоя. Возьмите гантели, упражнение «Приседание». Вы готовы? Отлично. Вниз и вверх. Вниз, напрягаем мышцы. Продолжаем. Еще 8 раз. Последние 4 раза. 3. 2. И последний раз. Отличная работа. Теперь садимся на землю. Упражнение «Приседания по-турецки». Возьмите гантели в правую руку, ложитесь на спину. Вам предстоит сделать 8 повторений. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Ваши руки должны быть направлены все время вверх. Еще 4 раза.
два и вниз. И последний раз. Задержитесь в верхнем положении и поменяйте руки. Вверх и вниз. Еще четыре раза. Три. Два. И последний раз. Отлично, последний раз. Положите гантели на землю и перевернитесь. Упражнение отжимания. Займите позицию, убедитесь, что ваши ягодицы пресс напряжены. Восемь повторений. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Отлично, еще четыре раза. Так. Четыре. Три. Два. Один. Хорошая работа. Возьмите в руки гантели. Упражнение «Приседание с поворотом». Начинаем с правой стороны. Вниз и в сторону. Вниз и в сторону. Не забывайте дышать. Еще четыре раза. Четыре, три, два и последний раз. Отличная работа. Теперь поменяем стороны. Вниз и в сторону. Еще восемь раз. Напрягайте мышцы. У вас отлично получается. Последние четыре раза. Четыре. Три, два, последний раз. Отличная работа. Положите гантели на землю. Повернитесь и займите позицию упора лежа. Упражнение отжимания наоборот. Готовы? Теперь опускаемся на правой, а затем на левой руке. Поднимаемся на левой, а затем на правой руке. Готовы? Вам предстоит еще три повторения. Вниз на правой руке и вверх. Вниз на левый, вверх и вниз. Последний раз. Теперь поменяем руки. Вверх. Отлично, теперь левой рукой. Правая вверх, левая вверх. Не забывайте про прессы ягодицы. Последний раз. Вверх. И еще раз займем позицию упор лежа. Упражнение доска. Готовы? Вверх. Два. Три. Четыре. Назад. Два, три, четыре. Вверх, два, три, четыре. И назад. Два, три, четыре. Отлично, теперь нам снова понадобятся гантели. Мы будем сгибать пресс. Упражнение «Наклон вперед». Возьмите гантель в правую руку. Вторая рука остается свободной. Начинайте движение вниз. Гантель остается высоко вверху, прямо над вашей головой. Не забывайте напрягать пресс. Еще четыре раза. Вверх. И вниз. Вверх. И вниз. Напрягайте мышцы. Последние два раза. Вниз. И вверх. Последний раз вверх. И еще раз. Не забудьте поменять руки. Готовы? Вверх. И вниз. Продолжаем. Вниз. Дышим глубоко. Последние два раза. Вверх и вниз. Еще раз, последний. Вверх.
Отличная работа. Теперь положите гантели на мат и приступите к растяжке. Сядьте на ягодицы, положите ноги впереди, разведите руки и глубоко вдохните. Попытайтесь достать до носков ваших ног и выдохните. И снова вдох и выдох. Выдох. Упражнение отлично тренирует дыхание и отлично растягивает ваши ноги. Досчитайте до 4, 3, 2, 1. Поднимите руки вверх и сделайте глубокий вдох. Задержитесь в этом положении на несколько секунд. 4, 3, 2, 1. Еще раз. Руки вверх. Дышим. Вниз. Четыре. Три. Два. Один. А теперь сядьте прямо. Положите одну ногу под себя. Вторую закиньте за колено. Возьмите колено в руку и прижмите его к груди. Постарайтесь держать спину и плечи прямыми. Дышите глубоко. Еще раз глубоко вдохните и выдохните. Теперь поменяйте ноги и сделайте то же самое. Обхватите колено рукой и прижмите к груди. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Задержите дыхание. Вдох. И выдох. На этом тренировка тела Envy подошла к концу. Тело Envy, тренировка на 5 минут. Это тренировка тела Envy на 5 минут. Давайте начнем. Упражнение приседания с поворотом. Возьмите гантели обеими руками. Приседайте на одну ногу, а затем поворачивайтесь в сторону другой. Вниз и в сторону. Вниз, напрягайте ваши мышцы, а затем поворачивайте туловище в сторону. Три, два и последний раз. То же самое, сменив сторону. Вниз и в сторону. Вниз, напрягаем мышцы и в сторону. Вы можете чувствовать напряжение в ягодицах. Еще четыре раза. Четыре, три, два. И последний раз. Упражнение приседания. Возьмите гантели обеими руками и расположите ее около груди. Согните туловище до того, как локти не коснутся коленей. Начали. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Напрягайте мышцы. Последние четыре раза. Три. Два. Один. Хорошая работа. Упражнение «Распределение веса». Возьмите гантели в обе руки. Немного согните одну ногу, вторую выпрямите. Расположите вес около колена согнутой ноги. А теперь смените позицию на противоположную. Старайтесь делать это упражнение как можно энергичнее. Чем больше вы двигаетесь, тем больше напрягаются ваши мускулы. Еще четыре раза. Четыре. Три. Два. Один. Отлично, положите гантели на землю. Упражнение отжимания. Ложитесь на землю. Теперь мы сделаем несколько отжиманий. Примите положение упор лежа на коленях. Руки расположите прямо под грудью. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Если вы чувствуете в себе силы, можете выполнять упражнение на мысках. Еще четыре раза. Четыре. Три. Два. Последний раз. Теперь займите позицию упор лежа. Опустите руки вниз. Упражнение подъема ягодиц. Поднимите вашу левую ногу так высоко, как сможете. Вниз и вверх. Вниз и вверх.
Три. Два. Последний раз. Задержите ногу. Теперь опускайте ногу и заводите ее за другую. Поднимайте ногу. Опускайте. Заводите, поднимаете. Три. Два. Последний раз. Отличная работа. Теперь поменяйте ноги. Начинаем с правой ноги. Вверх, вниз. Напрягайте мышцы ягодиц. Три. Два. Один. Задержите ногу в воздухе. Теперь опускайте ногу и заводите ее за другую. Поднимайте вверх. Напрягайте ягодицы. Три. Два. Один. Отличная работа. Теперь перевернемся. Ложимся на спину. Возьмем гантель в руку и поднимем ее перпендикулярно земле. Упражнение приседания по-турецки. Приступим к упражнению. Контролируйте ваше дыхание. Напрягите ваш пресс, дыхание ровное и размеренное. Последний раз задержите гантелью в верхней позиции. Поменяйте руки и продолжайте упражнение, не забывая дышать глубоко. Еще четыре раза. Последний раз. Три. Два. И последний раз. Отличная работа. Положите гантели. Ложитесь на спину. Согните ноги в коленях. Упражнение «Выпады назад». Поднимайте колени, ноги и бедра медленно к груди. Отлично. Вверх и вниз. Не забывайте дышать. Три. Два. Последний раз. Отличная работа. Пятиминутная тренировка тела Envy подошла к концу. Привет! Вы смотрите программу упражнений ягодиц Envy. Приседание с выпадом. Возьмем гантель в левую руку, сгибаем ее в локте и опускаем вниз к бедру. Еще четыре раза. Три. Два. Один. Меняем сторону. Еще раз. А теперь занимаем позицию ноги шире плечи, начинаем приседания. Убедитесь в том, что ваши мыски смотрят врозь. Держите баланс, приседайте так низко, как можете. Сгибайте колени во время того, как приседаете вниз, и напрягайте ягодицы во время того, как встаете. Три. Два. Теперь приступаем к упражнению приседания на одной ноге. Перенесите вес на правую ногу, немного отведите ягодицы назад, приседайте плавно вверх и вниз. И еще четыре раза. Три. Два. Один. Теперь смените ногу. Убедитесь в том, что ваши ягодицы напряжены во время того, как вы поднимаетесь вверх.
Три, два, один. Отлично. Теперь я хочу, чтобы вы поставили пятку левой ноги к внутренней стороне правой стопы. Подъем ноги с пятки. Поднимите ногу вверх, опустите на пятку и снова поднимите ее. Отведите ногу назад, опустите и снова отведите. Отведите ногу, затем опустите и снова отведите. Вверх, вниз. Еще четыре раза. Поднимите, опустите и нажмите. Отлично, еще два раза. Вверх, вниз и нажмите. Все движения плавные и уверенные. Теперь поменяем ногу, поставим пятку к середине стопы. Руку положите на бедро. Вверх, вниз, нажмите и снова. Вверх, вниз, нажмите и снова вверх. Последние два раза. Вверх, вниз, нажмите и снова вверх. Еще один раз. Приступаем к упражнению «Приседание с поворотом». Вниз и поворот. Перенесите вес вниз, а затем разверните туловище. Вниз и в сторону. Вниз к колену, а затем в сторону. Напрягите ягодицы во время того, как вы поворачиваете корпус. Еще четыре раза. Три, два, один. Теперь к другому колену. Выполняйте упражнение с прыжком, чтобы усложнить его. Вниз и в сторону. Напрягайте ягодицы во время поворота. Два. Один. Приступаем к упражнению «Обратный выпад». Садимся на правую ногу, опускаемся вниз. Напрягаем мышцы, поднимаемся вверх. Опять садимся на правую ногу, поднимаемся вверх, напрягаем ягодицы. Отлично, еще четыре раза. Четыре, три, два, последний раз. Отлично, теперь время поменять ноги. Не забудьте перенести вес с ноги на ногу. Еще четыре раза. Четыре. Три. Два. Один. Приседание с выпадом. Согните руку в локте и опускайте его каждый раз, когда опускаете ногу.
Еще 4 раза. 3. 2. Меняем стороны. Два. Один. Упражнение «Приседания». Ступни направлены в разные стороны, ноги согнуты в коленях. Приседания на одной ноге. Перенесите вес тела на правую ногу. Отведите ягодицы назад и напрягайте их во время движения вверх. Еще раз. Два. Один. Теперь поменяйте ноги. Продолжаем. Почувствуйте, как работают ваши мышцы. Два. Один. Упражнение «Подъем ноги с пятки». Поставьте пятку к внутренней стороне стопы, поднимите ногу, согнув ее в колени, опустите, нажмите и отведите назад. Почувствуйте, как работают ваши мышцы на движении назад. Вверх, вниз, нажать и отвести. Еще 4 раза. Еще раз. Отлично, теперь поменяем ноги. Теперь поставьте другую пятку к середине внутренней поверхности стопы, положите руку на бедро. Упражнение «Приседания с поворотом». Вниз и в сторону. Опуститесь вниз, а затем поверните туловище в сторону. Почувствуйте, как работают мышцы ягодиц во время поворота. Two.
два, один. Теперь меняем сторону. Один. Упражнение «Обратный выпад». Начнем с правой ноги. Приседайте вниз и отводите ногу назад. Расположите вес тела над коленом. Почувствуйте, как работают мышцы ягодиц, когда вы поднимаетесь вверх. Ногу назад. Вверх напрягаем ягодицы. Еще 4 раза. Два. Один. Теперь меняем ноги. Шаг назад левой ногой. Не забывайте держать центр тяжести над коленом. Еще 4 раза. 4. 3. 2. 1. Отлично. Теперь положим гантели на землю и примем позицию доски. Упражнение «Доска». Вес на локтях. Теперь будем поднимать ноги вверх. Начнем с левой, затем правой. Почувствуйте, как работают мышцы бедер. Ваше тело должно быть неподвижным. Это упражнение дает отличную нагрузку на ягодицы. Не забывайте дышать во время каждого повторения. Отлично, теперь согните ноги в коленях, опустите тело на них, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Приготовьтесь к упражнению, которое дает великолепную нагрузку на ваши ягодицы. Подъем пятки. Отлично, теперь будем поднимать пятку вверх, затем опускаем ногу вниз, сгибаем в колени, прижимаем к груди и снова вверх. Не используйте инерцию, чтобы помочь себе. Выполняйте упражнение с полной нагрузкой. Ваши мышцы должны работать все упражнение. Еще 4 раза. 3, 2, 1. А теперь задержите ногу в верхней позиции. Упражнение «Мини-жим». Напрягайте ягодицы. Почувствуйте напряжение. Отлично, вы великолепно справляетесь с упражнением. 4, 3, 2, 1. Теперь поднимем вверх другую ногу. Теперь вы можете выполнять упражнение немного быстрее. Не забывайте напрягать и расслаблять ваши ягодицы. Они должны работать все время, пока вы выполняете упражнение. Старайтесь. Еще 4 раза. 4, 3, 2, 1. Теперь поменяем ноги. Опускайте ногу и сгибайте ее в колени, прижимайте к груди. Помните, выполняйте упражнение от начала до конца, не используя инерцию тела. Только ваши мышцы. Три, два, один. Заводим колено за ногу.
Три, два, один. Поднимаем и опускаем. Поднимаем и опускаем. Еще четыре раза. Теперь опустим колени вниз и займемся растяжкой. Закиньте ногу на ногу. Возьмите их руками и положите на грудь. Опустите ноги вниз, поменяйте их и снова положите к груди. Не забывайте дышать. Теперь займите позицию сидя. Скрестите ноги и не забывайте дышать. Дышите глубоко. Теперь займите позицию сидя. Скрестите ноги и не забывайте дышать. Отлично. Дышите глубоко. Отлично, теперь поменяйте ноги. Вы закончили основную тренировку ягодиц Энви. Ягодиц Энви – быстрая тренировка. Хотите, чтобы вашим ягодицам завидовали? Дайте всего 5 минут, и я это сделаю. Приседания с поворотом. Напрягайте ягодицы во время разворота. Еще четыре раза. Еще раз. Отлично, теперь меняем стороны. Не забывайте напрягать ягодицы. Еще четыре раза. Три. Два. Один. Теперь упражнение «Приседания». Напрягайте ваши ягодицы. Еще четыре раза. Три. Два. И последний раз. Теперь добавим еще одно движение к приседаниям. Начните движение из стороны в сторону. Представляйте одну ногу к другой. Не забывайте напрягать ягодицы. Еще четыре раза. Вы уже чувствуете? Последний раз. Упражнение «Приседание с прыжком». Отведите бедра назад и напрягайте во время того, как поднимаете. Еще четыре раза. Еще раз. Отлично, теперь опускаемся на пол. Упражнение «Подъем пятки». Не забывайте напрягать ягодицы во время того, как поднимаете ногу вверх. Еще четыре раза. Поднимите ногу вверх и задержите ее. Теперь опускайте ногу вниз и заводите ее за другую. Поднимайте вверх.
Ваши ягодицы должны быть напряжены. Не забывайте дышать. Еще 4 раза. 3, 2, 1. Отлично. Теперь немного отдохните и смените ногу. Задержите ногу в воздухе. Последние 4 раза. 3, 2, 1. Опускайте и заводите ногу на ногу. Поднимайте вверх. У вас отлично получается. Мы почти закончили. Отдохните. Теперь лягте на спину. Упражнение «Подъем таза». Ваши плечи должны быть на земле, руки вдоль туловища. Приготовьтесь поднимать таз. Ваши ягодицы должны быть напряжены во время упражнения. Не забывайте дышать. Дышите глубоко. Еще 4 раза. Последний раз. Задержите позицию. 5-минутная.